каком составе Украины может идти речь? Мы никуда не хотим туда, к нему назад идти, к этому алкашу. Он что, уже вообще там допился до чертиков? Ему уже люди не люди, он забрехался, брехливый какой. О каком составе, о каком безвизовом режиме может идти речь? Оставьте нас в покое, дайте нам жить спокойно и не терроризируйте нас и себя не ставьте на посмешище. Да зачем он нам нужен? Нам хватает того, что мы мучимся на этих блокпостах, которые вот это вот издевательски к нам относятся, где мы стоим по двое, по трое суток и никому ничего не можем доказать. Пусть он сам идет в свой безвизовый режим. Я не хочу в состав Украины. Все только из-за того, что да, все поразбили, все забрали у нас, все, что можно было. Да, все уничтожили. И людей считаю, что уничтожили, потому что нет сил уже выживать. Нет, конечно, зачем мне нужно? В состав Украины возвращаться не хочу. И в Европе мне делать. Если это выведет. Несмотря на безвизовый режим, нам не нужна ни Украина, ни Европа, ничего нам не надо. Не хотим вообще. Я не хочу вообще говорить по Украине. Она не существует. То за эти два года вот этого военного беспредела столько горя нанесли обстрелами такими бессердечными, сколько погибло людей, сколько разрушено зданий, погибло много ребят из той стороны. Я считаю, что война вообще это бессмысленно. А из-за визового режима думают, что просто наша территория все это простит и молча согласится. Мне кажется, это нереально. Просто нереально. Очень много горя принесено нам, что это очень-очень долго будет, как говорится, помниться. И мне кажется, народ не скоро простит все это.